Добрый день, дорогие друзья. Поговорим про Handwars, который очень похож на Hardcraft. Даже не то, что очень похож, а по сути, в общем-то, им и является. Это вот модель, соответственно, для Samsung Galaxy Note 2, насколько я могу понять по размеру. Ну, по-моему, конечно, кстати, серьезная совесть. Я, честно говоря, не знаю. Да, у Hardcraft моделей для Samsung нет, только для Apple, соответственно, либо что-то вообще не связанное ни с какой техникой. Вот, соответственно, здесь есть карман для карты. Сколько это стоит? 1500, да, где-то? Ну, я там чуть-чуть дороже. 1790. Ну, в общем-то, увеличивает размер устройства, на мой взгляд, довольно сильно, но, в принципе, сделан приятно, как бы. Можно тут носить карточки и всякую другую штуку. Войлок такой варёночный. Давай про кошелек. Сколько он стоит? Кошелек 3000 стоит. Вот. 990. Угу. Ну, как бы очень такой классический и очень простой по форме. Здесь никаких застежек. А тут вот, соответственно, отделение, да? Раз. Да, естественно. Тут отделение раз, вот, и отделение два. И все. И все. А она молния. Еще для молнии. Что классно, это то, что здесь видишь черная матовая молния. Угу. Ну, то есть, как бы это вот так вот. Для России это, в общем-то, вау. Чего, прорыв? Ну, как сказать, нет, это круто, потому что обычно производители просто не парятся. Давайте вставим хромированную какую-нибудь фигню. Ну да, а тут прям все очень аккуратненько, черный бегунок, да, и видишь, черная собачка такая, ну, черная кожа, это приятно. Вот, ну и кожа, соответственно, такая же вся, растительное удобрение, натурального цвета и внутри. Только такой вариант цвета, да? Только такой вариант цвета, да, сейчас есть. Черного нет? Нет, черного нет. Вот, и он сейчас на самом деле пользуется большим спросом у товарищей, которые ждали такого продукта. Что-то у меня не фокусируется плохо очень. Так. Аппарат, видно, с мороза, что ли, не понял. Сейчас, да, я вот так вот спокойно покажу. Я был слишком быстр. Ты был слишком быстр. Ну, похоже на Hardcraft, но не Hardcraft. Не, у Hardcraft в кошеле, по-моему, такого нет. Ну, у них там есть разные кошели, на самом деле. Вот, мне кажется, немножко мягковатый материал, и плохо, что здесь вот нет никакой кнопки. Да, ну ладно, кнопка, наоборот, раздражает. Ну, представьте, кажется, с кнопкой попадать надо. Вот, но, с другой стороны, мягкая кожа, да, сделана неплохо, да и цена вполне приемлема. Вот, наверное, все, что мы можем сказать про эти два продукта компании Handwars. На этом, наверное, все.